Встречайте грузовой тепловоз с передачей переменно-постоянного тока 2Т25КМ «Победа» мощностью 2650 кВт в секции. Он является базовым локомотивом квалифицированной платформы грузовых тепловозов, создан на Брянском машиностроительном заводе. Основу локомотива составляет оборудование российского производства. Увеличенный на 7% коэффициент использования мощности дизеля и до 290 тонн сцепной вес тепловоза обеспечивает увеличение скорости движения, рост производительности и снижение стоимости жизненного цикла. Эти тепловозы планируется использовать на сложнейших участках Северо-Кавказской, Южно-Уральской и Московской железных дорог для вывоза тяжеловесных поездов без применения дополнительных локомотивов подталкивания.